Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере. Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают. Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны.